города все будут разные, они будут развивать свои конкурентные преимущества, заложенные вот на стыке 20 и 21 века. Вопрос, какая будет Москва? Если Москва будет крупным федеральным административным центром, как сейчас, то это будет большой, этот город будет конкурировать с городом Вашингтоном, столицей Соединенных Штатов, где тоже огромное количество чиновников, лоббистских групп, и ничего не производится, кроме смыслов на весь англоговорящий мир, так же, как Россия создает смыслы, что политические, культурные, на все русскоговорящее пространство, независимости от границ. Поэтому это вопрос, в каких городах будут жить наши дети. Они будут жить в тех городах, где им это будет комфортно, потому что мир уже стал открытым, границы стали открытыми.